Президент Майя Санду уступает в профессионализме Игорю Дадону и еще четырем видным деятелям. А досрочные парламентские выборы не урегулируют политический кризис. Так считает большинство политобозревателей, участников опроса «Политический рейтинг февраль 2021 года», проведенного компанией «Интеллект Групп». По данным опроса компании «Интеллект Групп», 62% обозревателей убеждены, что досрочные выборы не являются решением политического тупика, а 31% верят, что проблема может быть разрешена таким способом. 7% респондентов затруднились с ответом. В то же время из общего числа опрошенных 46,5% заявили, что досрочные выборы не приведут к выходу из политического кризиса, а 45% уверены в обратном. По мнению экспертов, высказанному в том же исследовании, самой влиятельной фигурой в Молдове остается лидер ПСРМ Игорь Дадон. Он получил 9 баллов из 10 возможных. Полбалла ему уступает генпрокурор, и на целый балл отстает действующий президент Майя Санду, следом за которой расположились председатель парламента Зинаида Гречанны и Илан Шор. Однако, когда речь зашла о популярности, политики расположились в рейтинге в немного другой последовательности. У Майи Санду 9 баллов, 8 у Игоря Дадона, по 7,5 у Александра Стояногла и Рената Усатова и 7 баллов ровно у Зинаиды Гречанной. Совсем другой расклад получился, когда экспертов также по 10-бальной шкале попросили оценить профессионализм государственных деятелей нашей страны. В этом рейтинге на первом месте оказался генпрокурор – 9 пунктов. За ним следует лидер ПСРМ – 8,5, Зинаида Гречанны и Владимир Воронин – по 8 баллов. А президент Майя Санду замкнула список, на 5-м месте набрав 7,5 очков. В исследовании, проведенном в течение февраля компанией «Интеллект Групп», участвовали 20 политаналитиков, 10 международных экспертов, журналистов, в том числе из России, Румынии, Украины, США и Франции.